С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 1 октября 1992 в России начинается выдача приватизационных сертификатов, ваучеров. Каждый россиянин мог себе прикупить, что называется, кусочек родины, но стать при этом полноценными собственниками мало у кого получилось. Номинальная стоимость ваучера – 10 тысяч рублей, исходя из оценки госимущества предприятий страны. Все активы, подлежавшие приватизации, оценивают в 140 миллиардов рублей. Многие россияне вообще не представляли, что с этим ваучером делать. Бумажка какая-то. Цена ваучеров падала с каждым месяцем и дошла до 3-4 тысяч рублей к середине 1993 года. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».